Здравствуйте! Сегодня мы будем разбирать то, как зарегистрироваться на лайвстриме и смотреть интересующие вас трансляции и как иметь возможность все это комментировать. Поехали! Первым делом нам нужно зайти на сайт new.livestream.com, после чего откроется вот такой вот этот сайт. Далее нам нужно нажать на кнопку Sync Up в самом верхнем правом углу. После этого мы нажимаем Join with email и вводим здесь свой email. Далее нажимаем Create Account. В переводе на русский — создать аккаунт. Далее идем на почту и проверяем. Ожидаем. Есть. Письмо пришло. Далее открываем это письмо и нажимаем вот сюда, Create Account. Открывается окно, где нам нужно ввести наше имя. Далее нам нужно ввести пароль, по которому мы будем входить на лайвстрим. Желательно делать пароль из цифр и букв. Далее, после того, как мы ввели свои данные, то есть сюда мы написали имя, можете писать по-русски, можете писать латиницей, без разницы. Допустим, я напишу сейчас вот так. То же самое. Но лучше, я люблю латиницу. Вот, написали Yerball, я написал свой пароль, любой, какой захотите, и нажимаете Create Account. Итак, мы попадаем. Все, мы вошли в лайвстрим. Он сразу нам предлагает разные тематики трансляции, то есть чтобы мы, что нам интересно. Если мы любим, например, животных, мы можем посмотреть именно каналы, которые показывают про животных. Но мы сегодня разбираем тему интернет-общины «Дом веры». Поэтому после того, как мы зарегистрировались, мы можем открыть новую вкладку. Желательно так сделать, быстрее будет. И пишем в поисковике Google, пишем «Дом веры» и нажимаем Enter. После чего мы видим первый адрес newlivestream.com, «Дом веры», христианская интернет-община. Нажимаем сюда. И получается, мы уже... Так, у нас тут уже идет прямой эфир, надо поставить паузу. Так, я поставил паузу. Вот. Теперь, получается, я уже нахожусь в своем аккаунте. Теперь я могу спокойно комментировать. И нажимаем Enter. А, нам нужно после этого, ну, как мы зашли, он спрашивает, вам интересно слушать Максима Максимова и так далее, вы нажимаете просто на эту зеленую кнопку Follow. Все. После чего вы следите, получается, за интернет-общиной Максима Максимова. И как мы видим, как вы видите, я надеюсь, от моего аккаунта пришло комментарий «Круто». Итак, вот таким вот образом вы можете постоянно смотреть. Допустим, у вас что-то произошло, и вы, допустим, нечаянно вышли из своего аккаунта. Выйти из своего аккаунта можно вот так. Нажать вот сюда, вот в левом углу, там силуэт человечка. И вот здесь вот есть кнопка под названием «Log Out». Нажимаем сюда. Все, мы вышли, получается, из лайвстрима. Но смотреть мы можем, но комментировать мы уже не можем. Поэтому, чтобы нам начать комментировать, если мы начнем, напишем здесь какой-то комментарий, нажмем Enter, он скажет, пожалуйста, войдите. Точнее, пожалуйста, зарегистрируйтесь. Но нам нужно войти. Поэтому нажимаем вот сюда, Login. И вписываем сюда свой e-mail, на котором вы регистрировались только что. И вводите пароль, который вы придумали. И нажимаем логин. И вот мы снова зашли на лайвстрим. Уже
в роли пользователя, и мы можем писать сюда комментарий. Нажимаем Enter, и наше письмо, точнее наш комментарий, вышел. Спасибо за внимание, пользуйтесь, изучайте, слушайте. До свидания.